праздником весны и труда жителей региона поздравил губернатор Вячеслав Шпорт. Он подчеркнул, что трудовые подвиги старшего поколения, высокие профессиональные компетенции и новые инновационные проекты снискали нашему региону славу промышленного центра Дальнего Востока. Сегодня общая численность трудовых ресурсов региона составляет свыше 900 тысяч человек, 68% населения края. Основная доля занятых в экономике приходится на работающих в промышленности и на транспорте около 25,5%, в сфере потребления 19%, в учреждениях социальной сферы 16%, в строительном комплексе 9%, в сельском хозяйстве и лесном комплексе по 2,5%, в сфере коммунальных услуг и связи свыше 1%. Правительство края проводит активную политику по повышению мобильности трудовых ресурсов, привлечению квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий, по созданию современных высокопроизводительных рабочих мест. Отмечая 1 мая, мы не только чувствуем профессионалов своего дела, мы поддерживаем стремление всех людей доброй воли к миру и согласию, к солидарности представителей разных конфессий и убеждений. Толерантность, дружба народов – главные факторы стабильности, отмечается в поздравлении. В канун 71-й годовщины Великой Победы и 75-летия начала Великой Отечественной войны губернатор края выразил слова особой благодарности ветеранам фронта и тыла, чей ратный и трудовой подвиг обеспечил возможность встречать 1 мая в мирной стране. «Будем жить и приумножать достижения региона своим трудом. Желаем всем мира, здоровья и успехов в реализации больших и малых проектов, которые делают нашу жизнь комфортной и интересной», отметил Вячеслав Шпорт.